Меня зовут Алена, я из села Жовтань, и приехав сюда на кемп, Бог сильно поменял мою жизнь. Я вырвалась из той пропасти, в которой я была. Во время каждой молитвы я прощала, я отпускала это все. Бог меня исцелил, я не слышала на левое ухо, и Бог дал мне слух. У меня была проблема с коленом после аварии. Я вроде бы бегала, вроде бы прыгала, но оно болело, я этого не показывала. И Бог исцелил мою ногу. И то, что оно у меня болело, оно перестало болеть. И во время ко мне многие девочки приходили, чтобы я молилась о них. И они получали исцеление, у них переставало болеть все. И даже вчера, во время молитвы, когда мы молились, мне открылось видение про каждого, за кого мы молились. Это очень круто, и я благодарна Богу за то, что я здесь.